Здравствуйте, с вами снова Богдана Жужа, и сегодня наша тема «Как похудеть без диет». Сегодня я вам покажу еще один формат общей жиросжигающей тренировки. Упражнение первое. Становимся, ноги на ширине плеч, и начинаем приседать. Вниз вдох, вверх выдох. Вниз вдох, вверх выдох. Переносим вес на пятки в приседании, колени 90 градусов, держим положение спины. Выполнили 10 раз. После этого выполняем приседы с выпрыгиванием. Присели, вдох, выпрыгнули, выдох. Присед, вдох, выпрыгнули, выдох. Выполнили 10 раз. После этого выполняем приседания с выпрыгиваниями и соединяем стопы наверху в прыжке. Вниз, вдох, вверх, выдох. Вниз, вдох, вверх, выдох. Выполнили 10 раз и закончили. Упражнение второе. Это комплексное упражнение, состоит из нескольких частей. Становимся, сделали наклон вправо-влево, подняли руки, потянулись вверх, опустились медленно, прошагали руками, опустились на локти, приставили ноги на носочки, потом по очереди отставили, выровняли руки, поставили на ладошки и точно так же медленно прошагали руками назад и выпрямились в вертикальное положение. Выполнили это упражнение 20 раз и закончили. Упражнение третье. Принимаем положение планки, это упор лежа, в данном случае на ладони. Подняли левую руку и развернулись полностью на левый бок. Затем соединили на весу левую руку и правую ногу. Потом выровняли, поставили и вернули руку на пол. И на вторую сторону. Выполнили таких повторений 15-20 раз на каждую сторону. Упражнение четвертое. Это комбинация первых трех упражнений. Итак, присели, прыжок, соединили стопы на весу, опустились в присед, поднялись. Потянулись вправо, потом влево, подняли руки вверх и медленно опустились, прошагали руками до горизонтального положения, опустились на локти, приставили по очереди ноги на носки, поднялись на ладошки, подняли левую руку, соединили левую ладонь с правой стопой на весу, затем правая. И после этого медленно поднялись, потянулись вверх. Это было повторение первое. Всего одно повторение, которое состоит из очень многих упражнений. И таких повторений мы выполнили минимум 10 раз, а лучше 15. Таким образом, мы тратим много калорий в одном упражнении, нагружаем много мышц сразу и получаем удовольствие. Выполнили 10-15 раз, можно больше, меньше не нужно. И закончили. Как похудеть без диет? Сама суть в том, что диеты вам действительно не помогут сбросить лишнее, поможет только правильное питание как образ жизни. Что такое правильное питание? Старайтесь кушать за 3 часа до сна. Старайтесь правильно сочетать продукты. Контролируйте порции, кушайте в меру, не злоупотребляйте термической обработкой. Обращайтесь к профессиональным диетологам. А также вы можете прийти ко мне на тренировки. Я работаю как тренер и как диетолог со всеми, кто у меня занимается. Сразу убьете двух зайцев одним махом. Совет второй. Ведите активный образ жизни. Больше двигайтесь в течение дня. Сколько занимает ваша тренировка? 1 час в сутки? 2 часа? И то не каждый день. Что вы делаете все остальные часы? В сутках 24 часа, спим из них мы в среднем 8 часов, а остальные 16 часов мы делаем что? Кто-то все это время сидит на диване или в офисе, где-то сидит, кто-то лежит с газеткой, а кто-то весь день ходит, двигается и ведет активную жизнь. Кто потратит больше калорий? Ответ очевиден. Поэтому ищите все возможности, используйте любые способы для того, чтобы ваш день был более активным, не только на тренировке. Совет третий. Тренируйтесь регулярно, и вы ускорите свой обмен веществ. Что значит регулярно? Если говорить о жиросжигающих тренировках типа нашей программы, то для новичков это 2-3 раза в неделю, а для более опытных тренирующихся, то есть после месяца, 2 месяцев занятий, это 3-5 раз в неделю. Помимо тренировок, используйте разные виды активного спорта и отдыха. Старайтесь больше кататься на коньках, бегайте, плавайте, ходите пешком, играйте в спортивные игры. И если вы будете заниматься тренировками, а свободное время проводить еще также активно, то ваш обмен веществ станет намного более быстрым даже в состоянии покоя. То есть, сидя на том же диване, вы будете жечь больше калорий, чем раньше. Помимо этого всего, у вас должен быть как минимум 1 день в неделю, когда вы вообще никакого спорта, никаких тренировок не выполняете. Потому что результат возможен только при полноценном восстановлении. Выполняйте все эти простые правила и похудеете без диет. С вами была Богдана Жужа.
я приглашаю вас на свои тренировки и на тренировки в фитнес-студию Богданы Жужи, в наш фитнес-коллектив. Мы командой профессионалов поможем вам добиться вашей цели и стать еще красивее и здоровее. Добро пожаловать!